еще о мечтах. А подарил бы мне Газпром акции 2%, я бы деньги сразу в дом до рубля до цента. Подарил бы Рослеспром аккумуляторы в 200, я бы бревна тоже в дом, все цели на месте. Подарил бы мне Сбербанк пачек 3 валюты, а закурить бы табак, сделал пальцы на ноты и толкнул бы кослец, поменял валюту и купил бы у небес лишнюю минуту. А потом еще бедом, да и прошло бы не насте, а там глядишь еще чуток, да и настало б счастье. Подарил бы мне Лукойл, а не Тину Йоу.